Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор ароматизатора для электронных сигарет «Вишневая буря». Современная тенденция к здоровому образу жизни не обошла и такую пагубную для человеческого организма привычку, как курение. Прекрасной альтернативой без ущерба для здоровья, а также методом постепенного безболезненного отказа от курения стала электронная сигарета. Безопасность электронного табачного аналога обусловлена прежде всего отсутствием таких вредных веществ, как бензола, аммиака, цианида, мышьяка, канцерогенов. Ароматизатор «Вишневая буря» – это популярный ягодный аромат целого лукошка вишни с косточкой. Основные акценты вишневого аромата для заправки сигарет – сочный, спелый, летний, сладкий, нежный, с небольшой кислинкой. Вишня считается самым универсальным ароматом для заправки сигарет из фруктово-ягодной серии. Ароматическая добавка «Вишневая буря» прекрасно сочетается со всеми видами табачных вкусов. Отлично насытит любую ягодную композицию и вообще придаст любому аромату игристых, летних и легких вкусовых оттенков. Магазин «Мыло Опт» славится широким ассортиментом всевозможных ароматов для использования их в качестве ароматизаторов для электронных сигарет. Ароматизатор для электронных сигарет представляет собой жидкость с высокой степенью стойкости. Вот такой бутылочке мы отправляем ароматизатор для электронных сигарет «Вишневая буря» нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!